Смотрите, вот такие бляши получились. Очень румяные, поджаристые, пушистые, сочные. Я уже их попробовала. Очень вкусно. Готовится легко, просто. Рецепт будет в описании. Обязательно подписывайтесь на мой канал, поддержите меня, пожалуйста, своими лайками, комментариями. Буду вам всем очень благодарна. Посмотрите, это мое тесто. Оно уже поднялось. Оно очень легкое. Здесь у меня 450 миллиграммов теплой воды, 1 столовая ложка сухих дрожжей, 1 столовая ложка сахара, чайная ложка соли, мука, ну, знаете, да, до какого состояния тесто уж месяца. Вот я на глаз делала муку. Еще добавила 3 столовые ложки подсолнечного масла, замесила тесто, оставила его. Вот оно у меня уже так хорошо поднялось. За это время у меня сделала такой фарш. Здесь мясной фарш у меня, грамм 400. И я перемолола в блендере, измельчила лук репчатый, 2 штучки. И положила еще сюда капусту, тоже перемолола. Сейчас буду добавлять все специи, соль. Это у меня зерна кумина. Это у меня кинза молотая, чеснок, сушеный укроп, черный перец. Сейчас я приготовлю, все перемешаю по своему вкусу, сделаю фарш, покажу, как я делаю беляши. Покажу вам один секретик, который облегчает, можно сказать, жарку этих беляшей. Итак, я перемешала все ингредиенты. У меня фарш готов. Я добавила немножко сюда воды, чтобы он был более сочный. Вот. А мой секретик вот в подсолнечном масле. Я делаю кружочки и катаю эти кружочки, используя подсолнечное масло. Я не использую муку, так как потом беляши с мукой, они горят. На сковородке в масле горят. Мне это очень не нравится. Я буду использовать масло. Буду сейчас намазывать его на стол. Руки буду смазывать маслом. И таким образом формировать наши беляшики. Сейчас покажу уже. Посмотрите, я сформировала наш кружочек с помощью пальцев масляных на масляном столе. Вот. Теперь мне нужно наложить фарш. Так, очень сложно, конечно, это делать. Потому что одной рукой я держу. Сейчас я его соберу, покажу. Так, вот у меня уже готовые беляшики. Там уже внутри фарш. Все я заклеила. Сейчас у меня нагреется масло. Я отправлю их жарить. Посмотрите, вот у меня уже пекутся мои беляши. Можно делать их поменьше, конечно, чтобы они были поменьше размером. Но я очень спешу. Буду делать сегодня крупные. Хотела вам показать, какие они. Смотрите. Это просто прелесть. Они такие вкусные, ароматные. Обязательно пробуйте готовить по моему рецепту.